Вот это встречает Путина в Корее. Значит, это как бы главный храм Афона. Ему выносят свечу специально. Это, кстати, между прочим, тоже такой чин специальный, потому что ему вынесли свечу, которую он взял, зажег, после этого приложился к чудотворному образу Пресвятой Богородицы. И вот сейчас его проводят и поставят стасидию византийских императоров. Как только не называли это журналисты, что Путин посидел в кресле византийских императоров, Путина посадили на трон византийских императоров. Вот, это стасидия. Стасидия – это такое специальное кресло с высокими подлокотниками, да, и небольшой сидушкой откидывающейся. И она предназначена вот к чему. Афонские богослужения очень длительные. Там всеночное бдение, оно действительно всеночное, 6-8 часов. Вот, ну, можно опереться на эти высокие подлокотники, когда тяжело стоять. И в какие-то моменты, когда устав церковный разрешает, можно откинуть сидушку и посидеть. Угу. Потому что, например, вот во время чтения шестопсалмия на всеночном бдении можно сидеть, там есть еще какие-то другие моменты. Кстати, вот, судя по всему, Путин себя чувствовал, ну, несколько, как мне показалось, не в своей тарелке. Потому что не каждый день ты попадаешь, так сказать, в стасидию византийских императоров. Ну, и так скромно себя вел. Нет, вел он себя замечательно, достойно, скромно. Мне это все очень понравилось. Но чувствуется, что вот он в области политической, когда он там встречается с какими-то лидерами, значит, международными, он на коне, так сказать, он явно, так сказать, в своей тарелке, он все понимает и все, так сказать, разруливает мгновенно. А здесь все-таки видно, какое-то ощущение есть того, что присутствует сила выше его силы, превыше всяких сил. И он не очень хорошо понимает, как себя в присутствии этой силы, как себя вести. Кстати, и чин императорский. Вот когда император стоял в этой стасидии, слева, по левую руку от него становились светские чиновники, а по правую руку от него становилось духовенство. И говорят, что греки, служба протокола греческая, очень просила, чтобы сделали два одинаковых, ну, пусть не таких, пусть других, пусть, так сказать, самых, так сказать, красивых, но одинаковых, так сказать, два места, две стасидии, чтобы в одной стоял Путин, а второй стоял, значит, президент Греции. Да? Поскольку по протоколу, по государственному, так сказать, один глава государства, другой глава государства. Они паритетные, да. Полное равенство. Да? На что монахи сказали, что это вы там у себя разбираетесь, знаете, а у нас здесь мы хозяева, будет так, как мы скажем. Значит, еще раз на что обращу внимание. Значит, Путина встречали все настоятели монастырей, полностью все, с колокольным звоном, с отверстыми царскими вратами. Вы знаете, да, что во время богослужения, даже когда служит священник, большую часть богослужения царские врата закрыты. Святыня закрыта от людей, от наших грехов, от наших страстей. Алтарь, святая святых, горнее место, они от нас закрыты. Только на особо торжественных моментах богослужения они распахиваются ворота. Если служат архиереи, там уже другой чин. Вот Путина встречали с отверстыми царскими вратами. Да? Значит, с колокольным звоном, при зажженных свечах у диаконов. Там в начале сюжета было два диакона с такими большими зажженными свечами. Да? То есть так не встречают государственных лидеров. Все это не имеет никакого отношения к протоколу государственной встречи. Абсолютно. И когда Путин был в Греции, даже если Путин встречается с кем-то из церковных иерархов, совершенно вот таких вещей никогда не бывает. Что, когда он с патриархом встречается, приезжает в патриаршую резиденцию, его встречает, там, поздравить с каким-то праздником, что там, его встречают колокольным звоном, что ли, с отверстиями царскими вратами? Да ничего подобного. То есть вот это все, значит, элементы чина, которого удостаивался только один человек на всей земле, удостаивался за, значит, многие столетия. Это был византийский Басилевс, пантократор византийский, император. Ну вот, а учитывая, что там, в 2013 году, то есть 3 года назад, афонские монахи отказали Обаме. Ну, Вашингтон это официально не подтверждает, но и в 2013 году, и в греческих газетах, и на сайтах афонских была эта информация о том, что, значит, из Вашингтона зондировали почву на предмет возможности приезда Обамы. Интересно, зачем нужно Обаме на Афон? А, ну как, они же исключительные, они везде и всюду и все контролируют.
Ему нужно и в синагоге, и на Афон, и туда, и сюда, и везде, и всюду должен быть великий американский президент и великий американский флаг. Это понятно совершенно. Ему сказали, нет, вы знаете, мы не можем, потому что у вас же не христианского исповедания ваш президент.